Цветы, подарки и добрые пожелания. В этот особенный день Нина Петренко принимала поздравления от представителей городской власти. Обойти вниманием столь солидный юбилей настоящей ударницы труда было, конечно, никак нельзя. Мы все рады вас видеть. И, знаете, ваш трудовой путь и ваша работа – это пример для подражания. Спасибо вам за работу, за труд, за действительно вот за такую жизненную позицию. С днем рождения. Спасибо. Спасибо. Глядя на обаятельную женщину, никогда не скажешь, что ей исполнилось 80. Секрет, видимо, в том, что в душе она ощущает себя молодой. Лидер по жизни Нина Тарасовна всегда была на передовой и сумела сплотить вокруг себя дружную команду людей, с которыми строила жилые дома, школы и детские сады Бобруйска. Старалась именно стоять за своих людей, за свою бригаду. Не давала в обиду ни перед кем. Вокруг меня были всегда трудолюбивые, хорошие люди. И вот с ними можно было пойти куда угодно. Нина Петренко – гордость всей Могилевской области. Она – кавалер Ордена трудовой славы 3 степеней. Прошла путь от штукатура до бригадира. Была депутатом Верховного Совета СССР, делегатом съездов КПСС и Всебелорусского народного собрания. Больше 30 лет отработала в Бобруйском стройтресте номер 13. В 13-м тресте было много управлений. Ну, сразу я была 135-м, а потом, как отделочники, 27-е управление отделочников создали, и вот я все время там отработала. Сразу я работала в бригаде. Ну, а потом перешла в другую бригаду. Юбиляр поблагодарила гостей за внимание и поздравления. И в беседе призналась, что если бы вернуть заново прошлые годы, она ничего не стала бы менять в своей жизни. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.